Thank you.
поздравил всех, кто сегодня принимал участие. Развязка уже близкает, вот он, первая номинация. Надеюсь, многие, кто приехал в нее, останутся с нами до самого конца. Все, что нам осталось узнать, это кто забирает номинацию KIDZ GOT SKILLZ до 10 лет, включительно Сева или Петеля. Все внимание на судей. И это раз, и это два, и это драматическая пауза. Три! Петеля становится победителем. Спасибо, Сева, пожмите руки. Петелька, иди к нам скорее. Тебя ждет кусок стекла. Смотри, что у меня есть у тебя. Аккуратно, аккуратно, аккуратно. Да. Не урони. Вот так вот это было. Это был KIDZ GOT SKILLZ до 10 лет. B-Boys and B-Girls. Мы увидимся ровно в 3 часа на следующей номинации 11-13 лет. Не убегайте далеко. У вас есть время попить водички, пообщаться. Надеюсь, вы все останетесь с нами до конца. А я...